Разбивает пилотон на несколько частей этот завал. Видим, что группа здесь, ну, может быть, из 20 человек собралась. Будет она спринтовать. Команда Тинькофф на первой позиции здесь. Колорж вторым колесом вслед за своим партнером по команде. Все следят за Бинати. Бинати ускоряется из последних сил. Удастся ли Колоржу сейчас не перенервничать, открыть свой спринт вовремя? На колесе у Колоржа Вивиани снимается с колеса Колоржа. За Вивиани Модала, за Модала Ницола. Падал не он, и Элия Вивиани побеждает сегодня. Ну, а синюю майку Марселя Кителя мы так и не увидели. Вполне вероятно, что Китель вместе с его дружиной оказался отсечен вот этим вот завалом на выезде из тоннеля. Прекрасная работа со стороны команды Тинькофф, но быстро...